Чемпионы мира, Европы и России по акробатическому рок-н-роллу, брейк-дансу и буги-вуги сегодня учили танцевать айхальцев. В эти дни там проходит большой спортивный фестиваль «Настроение». Утром группа OBC в местном спортзале провела урок физкультуры для 30 ребят. На память участникам фестиваля остались автографы от знаменитостей, фирменные футболки и значки. Позже гостям фестиваля айхальцы задали 101 вопрос. Так называлась неформальная встреча. Встреча в формате «Вопрос-ответ» прошла в местном Дворце культуры. Айхальцев интересовало, кем спортсмены мечтали стать в детстве и как проводят свободное время. Не обошлось и без танцев. Чемпионы продемонстрировали свое умение на сцене во время беседы. За самые интересные вопросы ребята получили подарки.